Всем привет! В этом видео хочу продемонстрировать, как подсоединить между собой китайские радиостанции Baofeng модели BF36S с более навороченной радиостанцией UV5R, которая имеет дисплей и прочие функции для настройки. Как вы можете видеть из данной таблицы, радиостанции Baofeng имеют 16 каналов для соединения, при этом каналы номер 2, номер 3 и номер 15 не имеют субтонов. То есть, подключив эту радиостанцию к данным волнам, указанным под соответствующим каналом, можно без вбивания, без ввода субтонов подключить между собой. Как это делается, покажу. Также как подключить субтона, тоже продемонстрирую в данном видео. Канал номер 2 имеет частоту 462-225. То есть вводим вручную 462-225. Включаем эту радиостанцию на волне номер 2. Пробуем говорить. Раз, раз, прием, прием. Теперь через радиостанцию Baofeng UV5R. Раз, раз, прием, прием. То есть в данном случае я показал, как очень быстро подключить между собой радиостанции, не вводя субтона. Чтобы последовательно подключить каждую частоту соответствующей радиостанции Baofeng BF36S к радиостанции UV5R, вводим следующее значение, соответствующее самой первой частоте. 462-125. Далее. Заходим в пункт меню, выбираем 13 пункт. В данном случае таким образом он именуется. T-CTSC. Заходим в меню опять, нажимаем кнопку меню. Треугольник, стрелочка. При этом перемещается вниз в значение OFF. Далее стрелками вверх-вниз выбираем 69,3, то есть субтон, соответствующий нашему каналу. И для сохранения нажимаем меню, выбираем пункт номер 27. Сохранение канала. Memory Channel. Опять нажимаем меню и задаем соответствующее значение. В моем случае каналы с 1 по 16 уже заняты. Ну, допустим, выберем канал номер 21. Вот, выбрали канал номер 21. Нажимаем меню. Еще раз меню. В принципе, сохранение произошло. Кнопкой Exit выходим. Теперь, как можно видеть, данная радиостанция, как и прежде, принимает частоту этой радиостанции. Раз, раз. И при этом по радиостанции Baofeng UV5S можно передать сигнал. Раз, раз. Все принимает, все работает. Видимо, я напал на какую-то частоту, по которой общаются в данный момент. Поэтому все радиостанции работают на прием. Далее, по списку идет вторая частота, которая не требует субтонов. Опять-таки, вводим значение 462-225. И кнопкой меню выбираем 27 пункт. В данном случае он уже выбран. Нажимаем опять кнопку меню, стрелка переключается на значение канала и выбираем по порядку 22 канал. Ну, в данном случае, так как у меня сохранены эти каналы, вы можете выбрать второй канал, соответствующий списку. В моем случае это будет 22. Опять нажимаем кнопку меню, сохранение произошло, все, exit. Для того, чтобы переключить дисплей на значение каналов, нажимаем кнопку оранжевую. У нас появляется Channel 22, Channel 21. При этом также работает на прием и на исходящую связь. А, вторая волна. Раз, раз. Раз, раз.
работает идеально. Чтобы подключить третью волну, опять оранжевой кнопкой переключаем дисплей на значение цифр, в данном случае диапазонов, и вводим следующее значение, равное третьему каналу. 462, 325. Далее, для того, чтобы ввести субтон, выбираем 13 пункт меню. Стрелочками переключаем на 13 пункт, назначение TCTSC, нажимаем меню, вводим значение. А, тут у нас нет субтонов на третьем канале, то есть 0 или OFF. Опять кнопку меню, выходим в основное меню и переключаемся на 27 пункт меню. Можно цифрами сразу нажать 27. Memory Channel. Кнопкой меню переключаем стрелку вниз и выбираем по списку 23 канал. В вашем случае это может быть третий канал. У меня 23. Нажимаем меню. Сохранение произошло. Выходим с меню. Далее по списку четвертый канал. 462, 425. Опять же, задаем субтон, в меню номер 13 выбираем сразу, либо стрелками, либо цифрами указываем 13 канал, 13 пункт меню. Меню переключаем на значение OFF и вводим субтон 103,5. Это уже вручную 103,5. Кнопкой меню нажимаем, сохранение субтона произошло. Теперь необходимо сохранить канал. Выбираем пункт 27, либо стрелками, либо цифрами. И задаем значение канала. Кнопкой меню переключаем стрелку на значение цифр. Выбираем 24 канал. Или в вашем случае просто 4. Кнопкой меню сохраняем. Кнопка Exit, выход. Проверяем. Ставим четвертый канал. Раз, раз. Прием, прием. Смотрим, как принимает. Принимает отлично. Исходящий. Раз, раз. Исходящий тоже отлично. Аналогично продемонстрированному принципу с первой по восьмую волну вы можете теперь подключить самостоятельно. Так как субтона у них одинаковые и настраиваются так же, как я показал. Однако с 9 по 15 волну, с 9 по 15 волну субтона несколько, имеют несколько иные значения. Покажу по порядку. 9 волна имеет диапазон 462, 925. При этом субтон необходимо выбрать следующего формата. 12 пункт меню TDCS. Переключаем стрелку на режим OFF и вводим вручную значение D025N. D025N. Кнопкой меню возвращаемся и выбираем 27 пункт для сохранения канала. Опять-таки, кнопкой меню переключаем на значение цифр. В ручном режиме выбираем нужный канал. В вашем случае это будет 9 канал, в моем 29. Так, 29 канал. Нажимаем меню. Сохранение произошло. Пробуем. 9 канал. Пробую передачу сигнала с Баофен 3/6. Раз, 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 раз. Сигнал приходит. Прием отличный. Теперь попробуем с Баофен QV5R. Раз, 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 раз. Приемы передачи отличные. Далее по порядку вводим 10 канал. Значение 463 0 25. Выбираем субтон
12 пункт, TD051N. Кнопкой меню сохраняем и выбираем значение 27 меню, то есть Memory Channel. Выбираем 10 канал в вашем случае, в моем это будет 30. Либо вручную. Либо можно цифрами. Так, 30 канал. Сохраняем. Выходим с меню. Проверяем. Раз, раз. Прием отличный. Теперь пробуем через Baofeng BF UV5R. Раз, раз. Сигнал отличный. Далее 11. 11 канал. Вводим значение 463-125. Выбираем субтон. Кнопкой меню 12 пункт. Значение должно соответствовать D125N. Выбираем кнопкой меню. На цифры переключаем D125N. Кнопкой меню выбираем значение 27 для сохранения канала. В вашем случае 11 канал, в моем 31. Кнопкой меню наводим на цифры. Вручную выбираем 31 канал. Кнопкой меню нажимаем. Происходит сохранение. Далее 12 канал, вводим значение 463-225. Кнопкой меню выбираем 12 пункт и вводим значение D155I. Не N в конце, а I. Переключаем меню на значение цифр D155I. Я просто зажал кнопку стрелку вверх, чтобы каждый раз не нажимать. Так, видим, переключилось на значение I. Выбираем D155I. Меню сохранить. 27 пункт. Сохранить канал. Повторяем сохранение на номере 12, в вашем случае, в моем 32. Кнопку меню сохранить. Выходим. Проверяем. Раз. Раз, раз. Отлично. Сохранение произошло. Далее 13 канал. 463. 525. Выбираем значение субтона по 12 пунктам меню TDKS, ну или DCS. На значение цифр переводим. 13 каналу соответствует D465I. D465I. Можно зажать стрелочку вверх и дождаться нужного значения. 465i. Кнопкой меню сохраняем канал 13 либо 33. Выбираем кнопку меню. Сохранение произошло. Проверяем. 13 канал. Раз, раз. Сигнал отличный. Раз, раз. Отлично. 14, 15, 16 каналы настраиваются также согласно табличке, значение которой я сейчас продемонстрирую. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Всем пока.